26 ноября Россия отмечает День матери. Сейчас мы поинтересуемся у ульяновцев, как много для них значит мама. Я очень благодарна своей маме, что она вырастила такую дочку. У меня сейчас два прекрасных сына, и я дважды бабушка и прабабушка. Очень много она мне дала, и я ей очень сильно благодарен. Очень-очень. И люблю ее. Мама – это большое слово. Если в детстве мама делает для тебя все, то уже когда ты вырастаешь, ты уже начинаешь для матери делать все абсолютно. Моя мама для меня, ну, целая вселенная, конечно. Но понимаешь, это только когда рождаются свои дети. Тогда понимаешь, что мама – это настолько человек единственный, человек, который незаменимый. Никто никогда не может заменить маму. Моя мама – это забота и помощь во всем. Мама для меня – это все святое. Мое сердце, моя жизнь, моя душа. Ну, если бы она была рядом, сказать, я бы это, она была очень добрый человек. Спасибо ей за то, что она, ну, в такие тяжелые годы не бросила нас, как говорится, вот таких. Войну пережили мы, вот все. Мама самый важный человек в жизни. Человек, который принимает себя любым, несмотря ни на какие обстоятельства. Самый родной человек. Просто спасибо ей за то, что она есть. Хоть она порой и злится на меня, я думаю, что я не люблю, но я ее очень люблю. Все, значит. Мама, это самое дорогое в мире. То, что не можешь... Может быть, больше всего дороже. Мама – это единственный подарок. В жизни, да? В жизни. Спасибо большое. Как поется в одной известной песне, мама – главное слово в каждой судьбе. И пусть в каждой судьбе мама всегда будет.